Я сегодня довольно подробно ознакомился с ходом восстановления комплекса Спасского монастыря и искренне порадовался тому, насколько интенсивно проходят работы по восстановлению. Фактически монастырь-то был стерт с лица земли, не сохранились его храмы. И то, что сегодня мы видим, это вот такое чудо воскресения. Меня радует то, что есть люди, которые заботятся об этом, пекутся об этом, готовы оказывать различную помощь. И сегодня состоялась беседа с губернатором нашей Симбирской области, Сергеем Ивановичем, и мы обсуждали дальнейший ход восстановления этого комплекса монастырского. Колокольня с надвратным храмом фактически уже завершается, и Бог даст весной к столетию монастыря и к пятилетию его возрождения, может быть, и состоится уже освящение. Для этого, по-моему, есть все возможности.